должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать. Желаю тебе добра, счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Пикник на обочине какой-то космической дороги, зоной. Ведь так с хабаром вернулся чудо, живой вернулся удача, патрульная пуля, везение, а остальное судьба. Вы спросите меня, чем велик человек? Тем, что создал вторую природу, что привел в движение силы почти космические, что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную. Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая. Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний, несколько заученных формул плюс так называемая интуиция. Практическая сметка. Здравый смысл.